Добрый вечер. Сегодня я получила подарки из моей фирмы к Новому году и хотела бы сейчас их показать. Вот это в металлической коробке. Здесь находится самый настоящий Дрезденер Штоллен. Это большой такой пирог старинный. Это оригинальный пирог из Дрездена с изюмом, тяжелое дрожжевое тесто с марципанами, с разными вкусными добавками, новогодний пирог. В прошлом году его тоже показывал. Вот сегодня у нас, вот не открою, наверное, я одна эту коробку. Потом я получила еще вот это хорошее белое вино сухое, шоколадный Дед Морозик, это нам всем раздавали. И вот этот шоколадный шар, в нем внутри маршмеллоу. Его нужно залить горячим молоком, и тогда будет целая чашка шоколада горячего с маршмеллоу. А здесь это подарок от фирмы, которая производит в Берлине. Вот, даже мое имя написано, Таня. Кондор Везельс. Это большой голландский концерн, в котором я работаю в берлинском филиале. И вот эта фирма производит алкоголь, и нам на Новый год это подарили. Вот здесь лежат подарки. Берлинское шампанское Брют. Берлинский сект. Вот. С нашим берлинским медвежонком. Берлинский написано. Вот. И здесь какой-то алкоголь. Что это? Это коктейль. Так, 35 градусов. Тоже из местных продуктов. Это из того заводика по производству алкоголя, где у нас была партия, которую я уже тоже снимала. И вот наша фирма у них закупила их продукцию, ну, как подарки людям на Новый год. Колбаски нету, но зато есть очень хорошие напитки к Новому году. Так что мы хорошо попразднуем. Всего нам хорошего и вам тоже. Счастливого Рождества и Нового года. До встречи!